Мы приехали искать родник. Мы долго шли по полю. Вот тут вот такая лавочка. И вот туда вот вниз есть, наверное, купель. Тут вообще нет людей. Очень дремучий лес. Но посреди вот леса есть цивилизация какая-никакая. Здесь вот есть крест. Там вот тут написано какие-то молитвы. Вот там что-то непонятное. Сейчас я туда полезу. И вот здесь вот купель. Тут много разных икон. Сейчас пойду смотреть, что вот там вот. Вот это вот такое. Я так понимаю, что вот это вот и есть сам источник. Потому что откуда-то вот куча труб идет. И они туда уходят. И там вон видно, что в купель вода набирается. И ну, почему-то оно все в трубах и нету самого источника. Это я. На самом деле вода, она вот там вот есть, где-то бежит. Но эта штука железная, она не поднимается. Такая вот симпатичная купель. Тут прям льет вода. И тоже иконы. А еще вот тут вот есть такой расчудесный мостик. И весь ручеек вот там вот бежит. Мы вот приехали где-то вот там вот далеко. Где-то вот там объехали, приехали вот там. А тут, оказывается, прямо из деревни есть дорога. Только непонятно, откуда она идет. Мы так и не нашли тот въезд. И вот тут вот указатель. И вот туда вот лестница к источнику. Все очень цивильненько, симпатично. Мы пришли вот оттуда вот из лога. А с этой стороны вот такая вот беседка. И тут фундамент. Наверное, кому-то часовню закладывают. Просто полянка такая симпатичная. И беседка. А за беседкой такая вот лавочка. И опять лестница вниз. И вот там вот, вон там еще источники, родники. Здесь вот их много. Там был один. Говорят, что где-то здесь вообще в общем и целом их всего 7 штук. Но не знаю, 7 не вижу. Но вот тут 3 вижу. И там один. 4. Тут прям очень все цивильно сделано. Через ручеек мостики. Тут родники. Даже малыши вон выведены в трубу. Эти прям совсем крошечные. И вот тут побольше. Это уже следующий. Тут такие прям симпатичные навесы сделаны. И все очень прям так красиво. И вот еще один. Тут крест. Молитва. Наверное, вот это последний, потому что больше туда в лес ничего. Я не вижу, и дорожки туда нет. Тут тоже мостики. Вот он, родник. И вот туда уже даже тропинки нету.